Эта стихийная несанкционированная свалка возникла не во враге и не в лесу, а на самом видном месте, прямо у развилки дорог. Каждый год она расширялась, пока местные садоводы не сообщили о незаконных навалах на портал Добродел. За ликвидацию мусора взялся отдел по развитию ЖКХ и обращение с ТКО, управление ЖКХ администрации, при участии рабочей группы, функции которой входит выявление скопления отходов. Это даже не навал мусора, а несанкционированная свалка, которая имеет объемы больше 100 метров кубических. На Добродел поступила жалоба от гражданина, который непосредственно имеет земельный участок в ТСН «Перестройка». В связи с тем, что свалка застарелая, мусор перемешан с грунтом. По максимуму сейчас мы вывезем твердые коммунальные отходы, а грунт будем разравнивать. Помойка росла. Высота достигла 1,5 метра от земли. Сегодня второй день работает коммунальная техника, чтобы вывести эти отходы. По муниципальному контракту на ликвидацию свалки привлечена подрядная организация. Отдел по развитию ЖКХ и обращению с ТКО параллельно выясняет, кто мог вывести столько смешанного мусора за пределы кооператива. Данный навал мусора, по предположениям, скорее всего, был организован юридическими лицами, которыми находятся рядом с данным навалом. Это ГСК «Жигули», это ГСК «Авангард», ТСН «Перестройка», который непосредственно за данной свалкой расположен. Как уточнили в администрации, у данных юридических лиц отсутствуют договоры на вывоз мусора с региональным оператором, нет своих контейнерных площадок. И то, и другое является прямым нарушением законодательства. Материалы проверки направлены на рассмотрение административной комиссии номер 17 для принятия мер к нарушителям. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.